Привет всем любителям лимитированных боксов от Glossy Box. Сегодня у нас с вами виртуальная распаковка новенького, свеженького бокса от Glossy и Kills. Я думаю, что вы уже увидели, что этот бокс вышел, но подождите его покупать. Сначала посмотрите, какие продукты там внутри, стоят ли они по финансовому наполнению покупки. И, конечно же, код у меня для вас тоже припасен. Мы с вами начинаем и открываем виртуальный журнал вместе. Первое, что мы здесь видим, это, конечно же, приветствие. И нас приветствуют. Эй, привет, Glossy! С этим особенным Limited Edition вы выиграли настоящий джекпот по уходу. В общей сложности вас ожидает 10 высококачественных средств по уходу в удобных размерах от культового бренда Kills. В красивой упаковке в косметичке. Эксперт по уходу за лицом из Нью-Йорка с 1851 года занимается разработкой высокоэффективных и совместимых средств по уходу за кожей и волосами. Бренд был основан немецким фармацевтом и сочетает в себе натуральные ингредиенты с рецептами, основанными на научных данных. Это большой плюс с точки зрения ухода, так как вы получаете пользу от высокоэффективных продуктов, которые точно соответствуют самым разным потребностям кожи. И действительно, в этом боксе нас с вами ожидает целых 10 продуктов и косметичка, а это всегда приятно. Стоимость этого бокса для тех, кто не является Glossy, не является подписчиком, 45 евро. Для тех, кто является подписчиком, 35 евро. А сейчас, осторожно, внимание, будет код. То есть, если вы хотите купить этот бокс, после того, как, конечно же, вы посмотрите это видео, и решите, что этот бокс вам нужен, вы можете сэкономить и купить этот бокс за 35, даже не являясь подписчиком Glossy. Я оставлю для вас код, конечно же, в инфобоксе под этим видео. Обязательно заглядывайте, там всегда много полезной информации. Мы же с вами продолжаем и открываем наш онлайн-журнал. И первый продукт, который мы здесь видим, это Midnight Recovery Cloud крем, и это мини-размер. Полноразмерка была бы 50 мл и стоила бы 54 евро, что довольно внушительно, но нам здесь положили с вами только 14 мл, и это очень мини-объем. Что же может этот крем? Это восстанавливающий ночной крем, содержит 98,6% натуральных ингредиентов, а также активные ингредиенты растительного происхождения, что делает его по-настоящему полезным для вашей кожи. Всего после 7 дней использования ваша кожа должна выглядеть более упругой, эластичной и восстановленной, а также оптимально увлажненной для сияющего свежего цвета лица по утрам. Как применять? Нужно нанести небольшое количество размером с лесной орешек, они советуют, на очищенную кожу лица, шею, области декольте за 2 часа перед сном. И наслаждаться эффектом. Следующий наш продукт – это продукт, который называется Calendula Petal Mask. То есть это у нас с вами маска с календулы. И здесь снова мини-версия, к сожалению, а не полноразмерка. Что же обещает эта маска сделать для нашей кожи хорошего? Каждый раз, когда цвет лица становится усталым, бледным и обезвоженным, используйте эту маску. Она улучшит внешний вид вашей кожи с помощью цветков календулы и алоэ вера, которые мгновенно освежают, заряжают энергией и успокаивают. При этом даже нежный цвет лица выигрывает от высококачественного состава активных ингредиентов, не содержащих парабенов и отдушек. Эфирная маска ромашки и лимона усиливают эффект. Как применять? Вы можете взять небольшое количество с лесной орешек, нанести на чистую кожу и оставить на 5 минут, то есть через 5 минут маска должна уже подействовать. Использовать рекомендуют они до 3 раз в неделю. Либо вы можете использовать эту маску как такой дополнительный бустер, тогда, когда это необходимо. Мы же с вами смотрим следующий продукт, и следующий продукт у нас здесь с вами Midnight Recovery Concentrate, то есть это концентрат, и было бы замечательно, если бы здесь было 50 мл, но нет, или хотя бы 30, но нет, к сожалению, здесь всего лишь 4 мл. Концентрат – это вещь хорошая, много, конечно, не нужно, но все равно объем очень небольшой. Сейчас давайте узнаем, что этот концентрат обещает для нас. Это такой must-have, то есть обязательное средство, которое вам нужно иметь в своем арсенале.
секрет красоты, который идеально дополнит вашу повседневную вечернюю рутину. Натуральные масла омега-3, 6 и 9, а также активные ингредиенты, такие как сквалан и лаванда, обеспечивают коже ультрапитательный и эластичный эффект. Нежирная формула подходит для всех типов кожи, эффективно предотвращает появление первых признаков старения и обеспечивает свежий и восстановленный цвет лица по утрам. Как применять? Наносим несколько капелек на ладони, затем наносим на чистую кожу лица перед нанесением питательного крема. И наносить нужно слегка надавливая, то есть не растирая, а вот такими вот прихлопывающими движениями. Следующий продукт у нас здесь с вами, и это календула Foaming Wash. Здесь опять-таки мини-объем 30 мл, когда полноразмерка 230 мл, но опять-таки присутствует календула и это умывашка. А умывашка, конечно же, такая небольшая, будет довольно-таки полезна, если планируете какое-то путешествие. В аюрведической и традиционной китайской медицине календула веками считалась лекарственным растением. Неудивительно, что их питательный эффект по-настоящему благотворен для вашей кожи. Обильно пенящиеся очищающие средства глубоко очищают кожу, не лишая ее влаги. При этом полностью удаляются кожный жир, грязь, мелкие частички и макияж. Таким образом, чистые поры могут снова поглощать кислород, а также другие активные ингредиенты. Бережно относятся к коже и не содержат мыла и парабенов. Взять нужно небольшое количество, аккуратно используя на влажную кожу, вспенить. И зачем? Затем тщательно смыть. Все, уже вечером я заговариваюсь. Но мы с вами, конечно же, должны обязательно рассмотреть все продукты. Следующий у нас это крем de corps. И здесь у нас опять-таки мини 30 мл. В холодное время года наша кожа более подвержена огрубению и сухости. Поэтому такой питательный крем для тела, как этот, просто необходим. Благодаря своей приятной текстуре, содержащей кокосовое, кунжутное и сквалановые масла, придаст вашему эпидермису ценный и длительный эффект увлажнения. Сделает вашу кожу мягкой и гладкой. При регулярном использовании сможете насладиться улучшенной текстурой кожи и особенно бархатистыми локоточками, коленями и ступнями, а также голенями. Применять они рекомендуют достаточное количество, достаточно большое количество на те участки, которые у вас подвержены сухости, и круговыми движениями вмассировать. Следующий продукт у нас здесь, надеюсь, будет не для тела, а хотя кто может это гарантировать? Итак, Midnight Recovery Cleansing Oil. Здесь у нас очищающее масло и снова не в полноразмерном размере, к сожалению, это мини-версия. Используйте это очищающее масло перед сном, чтобы избежать раздражения кожи из-за скопления кожного сала, грязи и остатков макияжа. Ценные активные комплексы питают вашу кожу и глубоко увлажняют ее. Для сияющего чистого цвета лица в течение ночи подходит для всех типов кожи. Как использовать? Возьмите небольшое количество, нанесите на сухое лицо, в том числе и на глаза, и массажными движениями, получается, снимите макияж. После этого смочите лицо водой, пока масло не превратится в молочко, и затем тщательно смойте. Конечно же, такое средство можно использовать не только для снятия макияжа, но и для вечернего умывания, чтобы снять ваш утренний уход, чтобы снять какие-то загрязнения, которые в течение дня осели, в том числе и пыль на вашу кожу. Это однозначно очень хороший продукт. Следующий продукт в этом боксе – это Powerful Straight Line Reducing Concentrate. Это снова концентрат, и здесь у нас мини-версия на 5 мл, такая как полноразмерка 50 мл. Что же за концентрат у нас здесь с вами? Благодаря своей эффективной формуле витамина С и гиалуроновой кислоты, он уменьшает появление тонких линий и морщин сразу после первого применения. В частности, витамин С в высоких дозах обладает способностью придавать коже сияние, а также поддерживать выработку коллагена для придания коже более глубокого и насыщенного влага вида, то есть увлажненности. Небольшое количество сыворотки нужно нанести на очищенную кожу лица 2 раза в день, утром и вечером. Понятное дело, избегайте кожи вокруг глаз. Далее у нас с вами здесь Skin Straightening Super Serum. И это серум 4 мл. Снова мини-версия. Впечатляет, конечно, цена за полноразмерку в 50 мл. И что же этот серум сможет сделать?
Это сыворотка, уже следующий уровень, это высшая лига по уходу за кожей. Он проникает на 8 слоев и глубоко насыщает вашу кожу питательными веществами, которые эффективно борются с признаками старения. Таким образом, вы устраняете внешние факторы, такие как воздействие солнца, загрязнение окружающей среды, стресс, недостаток сна, диета и также повышенная или пониженная температура. Повышаете сопротивляемость и сияние своей кожи, то есть придает сияние. Утром и вечером нужно нанести небольшое количество на очищенную кожу и вмассировать круговыми движениями. Затем нужно нанести питательный крем и можно сочетать с другими сыворотками, что однозначно, конечно, плюс. Следующий продукт, это еще не все, у нас здесь еще получается несколько продуктов есть. Это Ultra Facial Cleansing Bar, то есть у нас здесь мыло для лица. Но очень жаль, что опять в мини-формате, не полноразмерка. Давайте почитаем, что обещает нам это мыло. Твердые очищающие средства, они сейчас у всех на устах. Неудивительно, что этот мягкий очищающий бар превращается в настоящий предмет первой необходимости, например, в вашей дорожной сумке. Это мыло удобно для путешествий, занимает мало места, глубоко очищает кожу. Кроме того, он помогает поддержать уровень влажности и естественный уровень pH вашей кожи. Обогащенная активными ингредиентами из возобновляемого сквалана, кремовая текстура при контакте с водой превращается в питательную пену для глубокого, чистого, сияющего цвета лица. Нужно смочить мыло водой, растереть в ручках и нанести эту пену на лицо и тщательно, конечно же, смыть. Следующий продукт у нас здесь с вами, и он будет заключительный. Это Ultra Facial Cream. Крем у нас для лица, опять-таки, в мини-формате. Насыщенный и в то же время очень легкий, этот крем является одним из абсолютных бестселлеров бренда. И это неудивительно, ведь крем насыщает вашу кожу такими ценными ингредиентами, как антарктин, экстракт императрицы цилиндрической и сквалан. Крем идеально подходит для холодных дней, поскольку он укрепляет кожный барьер, защищая его от высыхания, а также от воздействия свободных радикалов и вредных факторов окружающей среды. Нужно наносить утром после очищения кожи тоником и сывороткой небольшое количество на кожу и аккуратно нужно вмассировать. То есть у нас получается такая третья ступенька. Я думаю, что этот бокс замечательный для знакомства с этим брендом, для того, чтобы получить средства, которые можно, безусловно, попробовать и получить вот такую систему уже на руках иметь полностью, и очищение, и уход, плюс тут есть сыворотки, это замечательно. Что касается финансов, нам с вами обещали, что будет, по-моему, 94, где-то до 100 евро. Я насчитала 100 евро 81 цент. В принципе, это не какой-то такой по финансам вау-бокс, который мы с вами уже видели. Тот же самый рождественский бокс, он стоил столько же, но там наполнение финансовое было действительно впечатляющее. То здесь оно такое нормальное, хорошее, выгодное, но не так сильно впечатляет. Тем не менее, что у нас с вами здесь было самое дорогое? И сейчас это будет интересный факт. Косметичка. Косметичка – самый дорогой продукт в этом боксе. Она стоит 20 евро. Все остальные продукты, к сожалению, ни один не в полноразмерном объеме. Все они мини-форматы. И, безусловно, по финансам ни один не дотянул до 20 евро. Тем не менее, мое впечатление очень даже положительное. Я себе лично этот бокс заказывать не буду. Но если вы являетесь фанатом этой марки, или если вы хотите очень попробовать, конечно же, продукты этого бренда, то, безусловно, могу вам рекомендовать за 35, на мой взгляд, очень даже достойный бокс. Как минимум, есть полный спектр ухода и очищения. Ваше мнение мне тоже будет очень интересно узнать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам бокс, как вы считаете его наполнение, стоит того или нет, и ожидали ли вы этот бокс, или как бы вам не сильно интересно, и вы ждете следующий. Спасибо вам большое за просмотр, за то, что вы были со мной до конца. Желаю вам отличного настроения, хорошего дня. Мы увидимся, как всегда, в следующих видео. Пока-пока!